Всем привет и всем здравствуйте! Сегодня у нас Чонгук с композицией 3D, и у него на фите еще Джек Харлоу, который был на фите у Lil Nas X в том самом клипе про тюрьму. Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, ну и осторожно предположу, что 3D, скорее всего, имеется в виду не про компьютерную графику, а про то, что... Впрочем, давайте смотреть. I can touch you through the phone, rocket you through the universe, in another time zone. It's the only time I can reverse. But when there's two dimensions, there's only one I'm missing. If you feel alone, you don't have to feel that no more. Сразу хочу отметить, такое достаточно американское звучание, слегка напоминает Джастин Тимберлейка, вот прям слегка. А еще классный, плотный, жирный бас, который не играет постоянно, а, так сказать, вступает в нужные моменты, ну и приятный белый шум, который на фоне есть для того, чтобы, видимо, создать эффект аналоговой записи. Ну, под аналоговой записью я имею в виду, знаете, звук, а-ля когда вы включаете что-то в магнитофоне или на виниловом проигрывателе, но вот именно вот этот шум, такой, знаете, приятный, благородный. И опять же, и барабаны тоже хороши. Вообще, в целом, продюсеру, который это написал, отдельно уважение, но, опять же, звучание такое очень американское. И на клип смотреть тоже приятно. И про вокал Чонгука пора что-то сказать. Тут достаточно много речитатива, и поет он не в самых высоких позициях, которые ему доступны, а поет ровно там, где удобно. И от этого звучит все очень легко и непринужденно. Кстати, в каком-то моменте еще начинает напоминать немножко Бруно Марса. И в целом такой вайб, как будто вот какой-то классический более трек, именно из поп-музыки, ну классическое звучание взяли и перенесли в 23-й год. И опять же, ну здорово слушается, ну балдеж. My junk cook, take a chick off one look, and when they get took, they don't ever get untook. When I seen that body, you would think it was a dead body. The way I told my boys, come look, I used to take girls up the Stony Brook and steal their hearts like some crook. True story. Now when I hold somebody's hand, it's a new story. All my ABGs get cute for me. I had one girl, too boring. Two girls, it was cool for me. Three girls, damn, dude's horny. Four girls, okay, now you horny. Интересный факт. Каждый раз, когда Джек Харлоу появлялся на фите у кого-либо, ну, например, в случае с Lil Nas X, первый же кадр с ним — это женщины, которые его окружают. Один раз — это случайность, два раза — это совпадение. Скажите, на всех фитах вокруг него появляются женщины? Ничего против не имею. Женщины прекрасны, люблю их. И рэперы часто используют их для того, чтобы показывать, какие они мужики. Но интересно, просто интересно, почему. I done put these strongs to good use. I done put my city on my back, and the world know my name on the truth. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. Champagne confetti.
myself on camera. You my bae, just like Tampa. Speaking of bucks, I got those. And as for fucks, well, not those. And as for thoughts, well, do you really wanna know? I thought so. I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me. Что могу сказать? Ну, продакшн на уровне того места, где он, собственно, и зародился. То есть, американский. Очень здорово сделано. Ну, понятно, вокал Чонгука, вопросов никаких нет. Не пел он на самых предельных нотах, да, в этой композиции это не нужно. Более того, все инструменты прекрасно звучат. Добавлен аналоговый шум, бас не мешал основному вокалу. Плюс Джек-то он поет тут гораздо ниже, точнее, читает. Поэтому очень здорово, что бас и не мешал и ему. Учитывая, что там уже как-то они немножко ближе находились. По пиано-роллу, как бас, так и Джек. Но я знаю, что большинству плевать на Джека. Кто-то скажет, что это вообще какой-то ноунейм в комментарии, как обычно. Но эта песня Чонгука веселая. Такая достаточно по звучанию бодрая. Добавлю себе в плейлист. Почему бы, да, MP, нижнее подчеркивание, плейлист на Spotify. В целом, что еще? Круто. Список бустеров на экране. Спасибо, дамы и господа, за то, что продолжаете поддерживать, несмотря ни на что. Благодаря вам, мое утро начинается не с кофе и даже не с еды, а с того, что я записываю видео про Чонгука и Джека Харлоу. Но ничего страшного. В любом случае, YouTube-спонсоры, донатеры, отдельное спасибо. Бустер, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, и будет вам счастье. Далее, MP-ревьюски и поп-новости, и про Чонгука они там есть. Тоже, и про BTS. MP Live стримы, телеграм-канал, хаплокация. И я по-прежнему Максим, и вроде бы